Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, я являюсь прорабом компании «Аэрострой». В данном случае мы находимся на объекте, который был выполнен в прошлом году. Вы видите дом, он, значит, на фундаменте, мелко заглубленный, с сваями. Значит, окна уже поставили, двери, крыша у нас готова, подшивка. Сейчас будем заниматься водосточкой и фасадом. Данный дом исполнен в газосиликате, утеплен, заложили сетку, зашпаклевали, загрунтовали. Сейчас даем выстоять дому. На данном участке у нас нет централизованной канализации и водоснабжения. Для того, чтобы подвести к дому трубы с водоснабжением, мы выполнили вот в данном случае колодец на 18 колец. От него прокопали траншеи, если вы видите. И, значит, будем закладывать в колодец насос, ввести трубу на глубину промерзания 1,50 м, утеплять ее и в данном случае засыпать вот этим вот грунтом. Трубу мы ведем в дом, в доме мы делаем расширительную систему, это в данном случае расширительный бак с датчиками, со всеми и так далее. Значит, будет выполнено настолько, что вы будете включать кран, как в обыкновенной квартире, и у вас будет течь вода. То есть вся система работает автоматически. Со всеми коммуникациями также в дом нужно провести электричество. В данном случае я вам покажу вот гофра и кабель. Вот. Мы просовываем кабель в гофру для того, чтобы, когда он будет находиться в земле, чтобы не повредить его механического, защищаем от механических повреждений. На том конце человек вытягивает проволоку, которая находится в гофре. Я заталкиваю кабель. Вот так вот мы прокладываем электричество. Коммуникации проводим в дом с помощью подкопа. В данном случае у нас мелко заглубленный фундамент. Мы подкапываем и выводим кабель в помещение. За стеной у нас находится щитовая. Мы его подключаем, и у нас будет свет во всем доме. Мы зашли в дом. Значит, в данном случае вы видите щитовую. Вот она. Отсюда вот у нас пойдет снизу, вот мы делаем подкоп, будет выходить силовой кабель, будет делаться штроба, врезается в сам щит. Дальше вы видите вот здесь УЗО, автоматы, вы видите, что с щитовой идет разводка кабеля, все идет по технологии, значит, все по правилам, вот эта кнопка.